На стыке двух реальностей один большой бардак. По лестнице дуальности я слазил на чердак, чтобы убедиться, мой чердак в порядке. В нем мысли со мной играют в прятки. И снов запас на черный день куда-то делся. Еще зачем-то до нога я там разделся. Хотел очиститься не то в душе, а может в душе. Ну а одежонка-то чуть-чуть, а без нее наружу. Не то, что даже кто-то стыдно или стрёмно, а просто осень холодна и даже чуть морозно. Да нет, понятно, это шутка или враки. Я ж невидимка, без сыр-бурдалаки. И просто граждане, как снеги и морозы, стальные боли, сожаления, страхи, слезы. Меня давно уже касаться перестали. Что на роду написано, то ветры долистали. Еще спасибо мне, успел поставить точку, а то, как принято, итоги заморочки. А там и до раскаяния недолго. Всегда найдется кто с извечным чувством долга. Руки, мол, не подаст, кряхтит натужно. Хоть мне и по, и на, оно давно не нужно. Ау! А если честно говорить, оно и сразу из жизни вытравить. Всю фальшь сжечь как заразу, как сорняки, как старый хлам и мусор. Так нет же я, изображая все труса, и к жизни общества желаю примениться. На непотребство в первую раз жениться, передать себя и виртуозно сдаться, а то, глядишь, еще и там остаться. Как все, как большинство и как учили, как видно, мало меня в детстве били. А может, много и как раз отбили. Тот крюк, которым зацепиться, и на достигнутом уже остановиться. Нет лучше, как теперь, со сбитой крышей. Тем более, призыв вперед и выше. Со сбитой крышей выше стало проще. Осталось дотянуть туда еще и мощи.